Даня, кто это здесь у тебя? Кто к тебе приехал? Щенячьи герои. А какие герои? Два зумы, два гонщика и два лайда. Мой любимый герой щенячьего патруля – это лайда в мотоцикле. Да, самый главный. Тут не хватает еще одного лайдена. Прелест! Кто это, Даня? Прелест! Тебе она нравится? Да. Вот это у меня Прелест. Вот это у меня Прелест. Снегоход. Снегоход. Тебе нравится новый герой? Какая она классная. Мам, когда Прелест едет по снегу из этих штучек высыпается снег. Да? Да. Она убирает снег, и снег сыпется в разные стороны, да? Да, вот из этих штучек. Прелест едет. Я поставила лапу. Иду о помощи. Случилась беда? Да. Нужно разобрать снежные завалы? Да, снежные завалы. Кому будем помогать? Ой, лапы не открываются. Снимаем лапу. Опа, чик. Па, едем о помощь. У Прелеста нету мигал. А у кого есть? У гонщика есть. Вот мигал. Все, утаскиваю лапу. Я еду. Мигаем лапу, потому что кто-то еще вызывает. Кто вызывает на помощь? А, вот кто его вызывает на помощь. Ой, лапки двигаются? Да. Покажи. Вот. Можно еще так разводить, вот так вот. Вот. Какая? Это девочка. Девочка. Как Скай. Как Скай. Подружка, да, для Скай? Да. Может быть, она Скай прокатит на своем снегоходе? Не получится. А вот здесь, сзади, на багажнике, посмотри. Может быть, Скай поместится? Мешают крылья. Не получается? Да. Надо зум. Скай. Мой зум должен получиться. Прелест едет. Пик. Прелест вылазывается. Сейчас вытаскиваю лапу. Лапа обозрена. Оп. Сейчас я поеду. Сейчас поеду вытащить лапу. Так. Еда. Скай, поднимаем. А лайдену надо подцепить. И зум. Вот. Лайдену. Убиваю лапу и еду. Ой. Мама. Да. А как это Прелест летает? А в мультике она летает? Нет. А еще есть в мультике робопес. Робопес? Да, робопес. У нас такого нет пока что? Нет пока что. Но у робопса нету машины. А на чем он ездит? Ни о чем, он просто летает, как Скай. Синячий патруль. Опа, она ложится. А гонщик будет водителем. Гонщик будет водителем у Эвереста? Да, гонщик и Прелеста водитель. А Прелест дозазрил. Подъехала ко всем остальным, да? Да. Ребяткам, щеняткам.
сейчас она вызовется. И вот мы заявились. Ура! Вся компания в сборе, да? Да. Им там скучно без тебя. Хочешь на пляже поиграться с Эверестом? Да. Сегодня у нас не очень хорошая погода для пляжа. А если завтра будет тепло, мы ее с собой возьмем. А что она на пляже может там цеплять? Палочки, да, например? Да, палочки. Сейчас. Немножко полезет. Вот так. Вот. Легла отдохнуть? Да, легла отдохнуть. А лапка. Мама, Эверест богу за волка. Как волк. Эверест на кого похожа? А волка. На волка. Да, волка. Как волк. А я волк Эверест. Ну знаешь, что у Эвереста большие носки, а у Скайя маленькие. Поменьше, да? Да. Ну, скажи, такой же ноши, как и у Леса. Одинаковый? Да. Покажи мне. Вот. Такой же носик? Да, такой же. Такие маленькие. А давай в снегоходе багаза. А будет вообще Леса. Сейчас поставлю. Все. Щенять вокруг меня искать и лес. И ее снегоход. А где лапа, мама? Нету лапы. Спрятала, да, Эверест? Ее нажал на какую-то кнопочку у себя, да? Вот. Где? Вот она маленькая. Вот кнопочка. Она на нее нажала, да? А вот это чтобы вытаскивать. Да. А вот это такой большой нуль. Возьми меня с собой покататься, Эверест. Не могу. Почему? Просто это не помещается. Ага. Сейчас упадет. Не упала. Не помещается? Да. Если меня позовут сюда. Угу. А я вот сюда. Оп. А так поместились, да? Да. Эверест позазыл, а Скай водичкой. Вот. А гонщик будет водичкой. Давай. А я хочу уступ Зума водичкой. А Зума... Это будет гонщик водичкой. Опа! И все дружат. Все дружат, да? Да. А еще можно туда посадить курочку Цыпалету или киску. Девочки, что у нее есть? Рюкзачок. Рюкзачок? Да. Что она туда кладет? А у нас тут здесь охотится. Кушать? Нет, тут охотится специальный крюк, по которому Эверест залазит по голам. Она лапки расправила и там легла, да? Да, легла. Отдыхать. У нее работа тяжелая, да? Да, и еще так может стоять. Да. На задних лапках. На задних лапках. Да, мы затащим. Прямо вот так. Нет, два ряд. А передних? На передних? Да. Вот, видишь, а передних лапках стоит. Би-би! Снегоход забикал. Это кто приехал? Лайна. Это гонщик. А это Зума. А это Скай. Привет, Скай. Привет, Лайна. Еще один
спуском. Прилечь. А еще он скользит. Лучка с палетом. Но самый любимый гонщик. Вот. Все. Привет, гонщик. Привет. Все гонщик. Я щенячьего патруля. Вот на Эйлест. Первая Эйлест вылезает. Она станет охотой. Собачек, девочек. И Скай. Питахун, а девочек. И вот еще девочка. Это тоже Скай. А это хул, а мальчиков. Вот он мальчик. И вот он мальчик. И вот он мальчик. И вот он мальчик. И вот на еще одна девочка. Но это уже не девочка. Ну, вот еще мальчик. Я поеду помою. Вот. И есть самая красивая собачка. Самая красивая собачка. Кулочка с палета и прелесть. Все. Все в сборе. А ну-ка, где там наша Эйлест? А ну-ка. Давай ее поищем в холле. Давай поищем. Так, давай ищем. Ищем. Вон она, Эйлест! Даня, тебе понравился новый герой, да, щенячьего патруля? Mm-hmm. Да? Да. Какого бы ты еще хотел в следующий раз из щенячьего патруля? Мама сама в машине базар. Пока, щенячий патруль.